Феерически незабываемо. Артисты небольшого театра вернулись с Крымского полуострова, где участвовали в двух фестивалях. В 6-м Всероссийском фестивале театрального искусства для детей «Сказочное королевство» в городе Севастополе и 24-м международном фестивале античного искусства «Боспорские агоны». С фестивалем Севастопольского театра юного зрителя «Сказочное королевство» мы уже знакомы, мы давние друзья, и мы приняли их приглашение участвовать в 6-м фестивале. Мы показывали спектакль «Жили-были от Волги до Сибири». Это букет народных сказок. По итогам фестиваля «Сказочное королевство» спектакль главного режиссера театра Марины Корневой «Жили-были от Волги до Сибири» стал победителем номинации «Королевская верность» за преданность народным традициям, объединяющим людей. Особое внимание севастопольских и керченских театралов привлек проект небольшого театра и фонда «Премьера» детям о Петре Великом в постановке режиссера, директора и художественного руководителя театра Эдуарда Терехова. Этот проект был создан специально к юбилейной дате. Мы в этом году отмечаем 350 лет со дня рождения первого русского императора. И 9 июня, в день рождения, именно в дату дня рождения Петра Великого, мы проект представили в городе Керчи с огромным успехом. Но это не единственная гастрольная поездка театра в конце сезона. В мае ульяновский ТЮЗ участвовал в литературном фестивале на родине Петра Ильича Чайковского в Удмуртии, где показал спектакль «Как лапшой человеком стал». Этот спектакль фантазия на тему удмуртских народных сказок, и мы давно мечтали показать его именно вот в тех краях. И вот по воле случая, наверное, нас услышало провидение, и мы показали это в самых таких вот интересных местах. Это село Ширкан, это Воткинск, Сарапул. И в Крыму, и в Удмуртии артистов Ульяновского театра встречали очень радушно и приглашали приехать еще. Ирина Антонова, Александр Кудряшов, «Правда ТВ».